Эхей, привет, привет! К нам с Юриком. С Юриком пришли эти документы. Ну-ка, давай посмотрим. Так, ага. Это нам не надо. Это у нас от аккумулятора. К нам с Юриком. Это аккумулятор Юрик ты достал тоже. Мы про аккумулятор потом расскажем. Привет! Привет! К нам с Юриком пришла большущая посылка из Китая. Китайцы прислали нам какие-то штуковины, и сейчас мы с Юриком будем открывать. Степик у нас смотрит мультики, он не изъявил желания открывать с нами посылки, и мы поэтому с Юриком. Юрик, будем открывать вначале большую коробку или большую, или маленькую, или большую, какую хочешь открывать? Большую. Бери ножницы, как я тебя учил, аккуратненько. Двумя ручками. Давай. Ага, вот. Получается еще. Еще. Ай-яй-яй, давай вот сюда вот. Давай вот сюда, в дырочку, все. Давай, нажимай. Угу. Хорошо, еще давай. Все, доставай беленькую. Доставай. Сейчас, Юрик, он у нас специалист по посылкам. Откроет моментально все посылки. А там что это еще? О, еще посылка. Давай, доставай этот пакетик. Мы заказывали... Вторая. Заказывали мы велосипедные аксессуары. То есть для велика мы заказывали всякие штуки. Еще вот это. Всякие штуки для велика мы заказывали. И, по-моему, эти штуки пришли. Давай, Юрик, доставай. Доставаю. По-моему, наши велосипедные штуковины пришли. Сейчас мы на них... Посмотрим. Ну, доставай еще. Ух ты, сколько у нас коробочек. Неужели нам много? Доставай еще. По-моему, там еще есть. По-моему, да. Сейчас мы пораспаковываем. Это... Вот эта посылка огромная пришла. Все? Да. Вот... Проверь. Больше ничего нету? Вот пусто. Пусто. Все пусто. Хорошо. Мешочек убираем. Юрий, какую будем открывать посылочку? Садись вот сюда, вот так вот, спинкой сюда садись, хорошо, чтобы тебе было удобно. Все, я тебе буду подавать, а ты говори. Хоть большую. Большую. Давай открывать, Юрик, большую. О, по-моему, я знаю, что у нас... Давай папа будет открывать, тебе показывать, хорошо? По-моему, я знаю, заказывали мы... Рюкзаки Xiaomi. Рюкзачки Xiaomi мы заказывали, и, по-моему, эти рюкзачки к нам пришли. Этому я безумно рад. Безумно рад. Небольшие такие рюкзачки. Они наподобие сумки-бананки, но... Да, пришло оба рюкзака. Xiaomi, вот этот рюкзачок я хотел безумно. Безумно хотел вот этот. Ага, он вот так вот открывается, даже его не надо. О, вот это круть. Это маленький Urban Steel. Безумно удобный рюкзак. USB выводить сюда можно. То есть Powerbank можно ложить. Водонепроницаемый. Ах, как круто. Я ссылочки на магазины и непосредственно на товары добавлю в описании. Можно будет посмотреть. Все, здесь идет проводок для пауэрбанка. То есть внутрь вы бросаете пауэрбанк, а снаружи у вас есть вот такая защищенная USB. Смотри, какая сумочка. Отдельчики у него здесь на резиночке. Раз отдельчик. Потом второй, два. Сколько стоит,
Потом на молнии есть еще отдел. То есть получается всего 1, 2, 3, 4 отдела. Один большой, основной, два кармашка вот таких вот. Потом кармашек на молнии, и сзади есть еще один карман. Ага, еще сбоку есть карман. Он просто... Сколько карманов тут получается? Считаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть карманов. А, вот эта жесткая. Она есть черная, одноцветная, есть в таком защитном стиле. Вот это я давно хотел. То есть, Юрик, можно? Здесь прорезинено. То есть вот так это выглядит. Через плечо здесь получается регулировка. Ну и плотность. Кстати говоря, он по плотности на меня прямо сейчас. Ага. Здесь получается вот это прячется еще. Кулиска. И здесь можно плотно. Круто! О, смотрите, можно менять направление. То есть на самом деле я могу перестегнуть и скосок сделать в другую сторону. Эта штука мягкая. Мягкая, офигенно сделана. Просто нереально круто. Размер оптимальный. Он тоже Xiaomi. Но что здесь не написано, что Xiaomi, но заказывал вроде бы как Xiaomi. Ну ладно, не суть. Может быть, это и не Xiaomi, не буду прям утверждать. Но ссылочка на него будет. Бомба-рюкзак. Ну, это, наверное, мини-рюкзачок такой. Мини-мини-рюкзачок. Прям под велик, супер. Юрик, давай второй рюкзак. Вон тот, беленький. Все, это у нас второй рюкзачок. Вот он точно Xiaomi, но он крут. Видно качество или не видно на видео, но он прям вообще супер. Он мягкий, цвет такой темно-зеленый, темно-темно-серо-зеленый какой-то. Внутри, короче, они просто, вот этот рюкзак, они просто оба очень крутые. Шовчики идеально, карманчик идет внешний на молнии. Внешний карманчик, сзади еще один карман на молнии, секретный. Карман дополнительный, основной карман и с другой стороны. Но вывода USB нет. Вывода USB нет, но это не панацея. Но прям он супер. Регулировка тоже. И скосок можно менять. Сейчас прикину. О, слушайте, я, наверное, китаец. Потому что для меня... Так, подождите. Для меня... Ага, все верно. Прям супер. Вот я одеваю, и сразу размер по умолчанию прям по мне. Сзади вот как-то вот так смотрится. Здесь тоже есть регулировка. Тоже есть регулировка. Ага, еще вот такой вот здесь какой-то кармашек сделан. Ну, крутяк. Все, такой. Ну, тут тоже молния спрятана. По размеру. А вот этот чуть подороже, не помню сколько, 1600 он, по-моему, стоит. Вот этот 1100 на AliExpress, ссылки я прикреплю. Короче, рюкзаки мега крутые, но они по фоткам выглядели круто. Отзывы на них тоже были хорошие. И для велика я искал вот именно такое решение. Ключи, телефон, колоночку портативную сюда бросить. Бутылочка воды, энергетика сюда входит без проблем. Одна бутылочка водички.
Так, ну что у нас, значит, по объему, вот этот зелененький немножко такой темно-серо-зеленый, чуть-чуть у него есть зелена, но скорее серый, первый взгляд, а если так присматриваешься, что уже зеленый, он чуть-чуть по объему больше, но сюда прям легко две банки Берна войдет, легко. Телефон, даже планшетик, сюда можно портативную колоночку, все это сюда поместится, то есть то, что обычно... Вот здесь, вот, кстати говоря, он вот здесь вот так вот как бы зашит наискосок. Вот так вот он сделан. И это никак не открывается. Это никак не открывается. Была бы здесь какая-то кнопочка, вот, но нет. Вот такое вот здесь сделано дизайнерское решение. Круто именно под все мелочи. Под все мелочи, которые с собой в карманах ты там где-то распихиваешь и так далее. То есть, я думаю, его можно даже и при желании... Ну-ка, подожди, Юрка, отпусти. Вот так его можно даже одевать, но нет, так он чуть-чуть великоват. А вот, ну-ка, еще вот этот попробую. А вот это, кстати говоря, удобно. Можно хоть спереди, хоть одевать ее на спину, хоть спереди. Здорово, здорово, прям круто. Но вот этот покруче ощущается, он, то есть, более фантастический. Более фантастический. Супер, супер. Так, ну что, от рюкзаков я балдею. Прям рюкзаки меня порадовали вообще полностью. 100%. Ни одной ниточки. Еще раз повторюсь. Мега качественно сделано. Очень супер. Я вот пытаюсь найти хоть какую-то нитку маленькую. И ничего такого не нахожу. Прямо здорово. Здорово, здорово. Все, рюкзакам 10 из 10. Просто десяточка. За качество десяточка, за удобность. Цена приемлемая. Это 1000 с небольшим, 1100, по-моему. Это 1600. Но у нас они, конечно, дороже. Разумеется, у нас они дороже будут. А я на магазинчик отправлю. Еще раз повторюсь, отправлю прям прямые ссылки вот прям на эти товары. Возможно, цена изменится. Возможно, изменится, но... Прислали хорошо, вовремя, четко. Кайф. Это рюкзаки кайф. Кайфа рюкзаки. Нравятся, Юрий, те рюкзачки? Да. Да? Ну все. Открыли мы, уже успели отрезать другую посылочку. И там у нас, Юрик, лови. Та-дам! Супер штуки. Это грипсы для велосипеда. Анатомические грипсы. Я вот сюда. Это надевается на руль, справа, слева. Дай и... сюда. Давай. Пробочки тут, да, какие-то. Но заглушки мы заказывали для другого велосипеда, то есть они тоже положили в один пакетик, то есть они сюда никак не монтируются, это две отдельные посылочки, их просто в кучу доложили, в одном магазине мы заказали. Анатомические грипсы. Круто. Не помню, сколько стоят, но добавлю ссылку на них. О, держаться супер. Держаться можно вот так, то есть, или вот так, под палец. Они прям... А, подожди, Юрик, это вот сюда вот вставляется, я ошибся. А может быть и не ошибся. То есть, это, наверное, вот сюда, в бок. Мы когда наденем их, и, возможно, это нужно будет вот так делать, заглушку. Но я такие две штучки еще отдельно заказывал, пробочки, может быть, они где-то есть. А, все. Одеваем на руль и ехать очень удобно. Едешь так, то есть рука у тебя не устает. Либо едешь вот так. Супер. Резина такая умеренно твердая, умеренно мягкая. Сколько стоит, не помню, но качество супер. Крепление в двух местах. Здесь крепление сжимается и вот здесь. Фирма-производитель вот это. Юрик, сядь хорошо, сядь сюда спинкой. Добавлю тоже ссылку. Ссылку на них тоже добавлю. Кому надо мега прикольные ручки, грипсы. Они по-другому называются. Или может быть не грипсы. Грипсы или не грипсы. Но как-то, в общем, модные ручки на руль. Удобные, удобные. Крепление, прям рука ложится, в подушечку упирается. Ну, анатомия продумана. Будешь держать их,
будет удобно. Прям, да, у тебя полностью рука. Здорово. Штуки прикольные. Но по мерию на велик, посмотрю, как будут на велике. Папау! Давай, Юрик, следующую посылку. Вот это. Вот это, я подозреваю, у нас аккумуляторы. Заказывали мы аккумуляторы. Это, скорее всего, они. Юрик, сядь хорошо вот сюда. Я вот тебе... Давай, открывай. Подозреваю я, давай, не тяжеленькие, что это, наверное, должны быть у нас... Сейчас упадет. Аккумуляторные батарейки. Угу. Доставай коробочку. Доставай. Ничего страшного. Так. Распаковывай. Там, наверное, у нас батарейки. Чувствую, что это батареечки. Да. Вот они. Давай. Вот оно, богатство аккумуляторное. Давай мне сюда складывай все. О, замечательно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, 12 батареек, да? Заказали 12 аккумуляторов. 12 аккумуляторов. Давай. Они у нас... посмотрели отзывы, хвалят их. Емкость у них, какая же у них емкость, я не помню. Вот сейчас смотрю, пытаюсь прочитать. 18650 аккумуляторы. Литокал. Да, Литокал, хорошая фирма. У нас есть зарядник этой фирмы. Все, то есть здесь штрих-код у них есть. Штрих-код. 12 аккумуляторов. Тоже, конечно, ссылки на всю распаковку сегодняшнюю я добавлю. Не могу понять, не помню в голове, сколько у них номинал. Но их хвалят по отзывам. Много тестов, много... замеров показано, люди емкость замеряли, все соответствует. Поэтому, согласно отзывам, согласно тестам, друг у меня Олег заказывал уже у этой компании эти аккумуляторы, здорово. Мы их хотим вставить, восстановить шуруповерт. У шуруповерта шуруповерт был, есть шуруповерт, недорогой, дешевенький шуруповерт, Ермак. У него там никель-кадмиевые аккумуляторы, они сдохли, конечно же, довольно быстро. Мы заказали пару плат и решили переделать этот шуруповерт под эти литий-ионные аккумуляторы, под нормальные. Я потом платы, может быть, не забуду, покажу тоже. То есть в блок питания мы переделаем, и сам блок аккумуляторный в шуруповерте тоже переделан. И будет так, что в шуруповерт все стандартно вставляешь блок питания, и он у тебя работает, но уже вот на этих, на хороших аккумуляторах, и заряжается от этого. То есть от своего родного, тоже проапгрейдим его родной зарядник, потому что родной зарядник не будет просто так заряжать эти аккумуляторы. Туда вставим плату нужную, сюда тоже вставим батарейки, вставим плату, даже индикатор световой заряда сделаем. Это мы будем собирать чуть позже, но аккумуляторы пришли, это круто. Юрик, складывай все аккумуляторы в коробочку. Давай, складывай. И будем складывать в коробочку все, и будем открывать следующую посылку. Тоже цену не помню сейчас, сколько они стоят. На телефон снимаю, в котором все есть. Сколько они стоят, не помню, но порывшись на AliExpress, самая адекватная цена при самом отличном качестве. Так, Юрик, ну-ка подвинься. Давай, машинку не придавил тут. Ребят, жена просто звонила, поэтому я отвлекся. Продолжаю я снимать. В общем, можно снять вот таким образом. Стягивать. Все, и оно потихонечку снимается. Минутки две вы потратите. Так, и пробуем, например, другой способ. Это вот как-то ее выворачивать. Вот так вот, что ли.
Вот так вот, вот так вот. Ее вывод. Кстати говоря, посмотрим, как она на изнанке сейчас. Вот так вот. Все, так тоже можно. Но на изнанке тут все хорошо прошито. Тут все круто. Но если вывернули на изнанку, то, следовательно, ее надо обратно. В общем, удобные велосипедные перчатки. Пару минут занимает их снять. Размер L вроде бы подходит, но в принципе. Давай, иди. Можно, конечно, можно. Давай, я тебя здесь буду ждать. Хорошо? Давай. И не открывай. Я без тебя не буду открывать. Да. Размер у меня здесь L. И вот под мою лапу. Ну-ка, давай, Юрик, с разгона. Во, все получилось. А там есть еще L, еще XL, по-моему, есть. L больше M-ки, я в размерах не секу. То есть я замерю руку, там написано L, но вот, честно говоря, по ощущениям, они одену еще раз, чтобы понять. Они мне не жмут, одеваться они так и должны, плотненько. На руке они не ощущаются, но мне кажется, что размер XL мне бы был тоже нормально. Вот. Мне бы был размер XL. А слушайте. Папа, что? Надеть. Что? Иди, я тебе помогу. Так. Да. Все? Да. А ты будешь дальше-то открывать со мной посылку? А, давай. Размер. Но нет, идеально. Они, наверное, так и должны быть. Они не жмут, но они сидят прям плотненько. Вот. Они прям сидят плотненько. Я их немножко вот в этих местах ощущаю на пальцах чуть-чуть. Ощущаю. Я надеюсь, что растянется. Хотя, может быть, и не надо. Вот. Но удобно будет хвататься. Круто. Но, в принципе, у меня рука сама по себе. Юрик, будешь помогать-то дальше? Давай последнюю посылку открывать. Последнюю посылочку открывать. Что же там у нас такое? Юрик, там телефончик у нас. Ты его сейчас сдвинешь. Иди сюда, садись. Садись. А, не могу понять, что там. Там очки. Пришли велосипедные очки. Да. Аккуратненько. Пришли двое велосипедных очков. Что ты прямо сам? Ну давай. Мы заказывали. И одни у нас пришли. Давай я мешочек этот тоже открываю. Одни у нас пришли. Ну все, перчатки, очки. Еще очень я жду подножку для велосипеда. И держатель бутылочки с бутылочкой. И получается еще удлинитель руля. То есть, чтобы руль был повыше, чтобы не надо было вот так сильно наклоняться. Юрик, пришли на... О, очки крутые. Я не хотел, чтобы они были большие. И они прямо... Подожди. Будешь одевать? Нет, я буду это снять. Давай. Давай уберем вот эту этикетку. Мы ее сейчас просто вот так вот уберем. А потом я обходею. Да. Все, на, одевай. Угу. Только посмотри туда. Эй, подожди. Вот так, на ушко надо. Юрик, да к тебе тоже они круто. Смотри-ка, это очки героя. Дай-ка папа померяет. Можно? Ну как? О, слушайте. Чуть-чуть брови как будто бы цепляются. Ну хотя, надо бровями в очках делать. Или не надо? Ну, здорово. Здорово. Как-то они... Пока не понял. Просто когда по лесу гоняешь на велике, прямо то мошка, то комар в глаз, и если на скорости еще и ветка, мы прям на велосипедах вот так вот. У меня товарищ начал меня, пристрастил меня к велопокатушкам по пересеченной местности на великах, и поэтому я срочно закупил перчатки, заказал. Примерно месяц шли аксессуары эти велосипедные. Юрик, дай мне ручки, пожалуйста. Велосипедные ручки дай. Вон те.
Давай. Я просто возьму и прям попробую. Давай. О, не надо бросать. Давай. И вторую. Все, я практически, экипировка готова. А давай, Юрик, на самокат тебе. Хочешь, приделаем такую? Приделаем? Нет. Не надо? Нет. Можем тебе на самокат поставить вот так. Не хочешь? Нет, мы будем проверим. Попробуем, да? Угу. Сейчас попробуем на самокат Юрика поставить. Да. И обратно уберем, да. Да. Ну-ка. Подожди. Вот. Ну все, получается, если затянуть, на самом деле будут на самокате держаться. Давай, обратно делай. Все, в общем, что про очки сказать? О, очки отличные. Да, классные. Да, стоят... Юрик, отойди, пожалуйста, от камеры. По-моему, они, я ссылку добавлю, 150 рублей стоят. Или 160. Не помню, сколько стоят, но, в общем, ссылку добавлю. Крутые очки. У нас, в любом случае, они стоят раза в 2-3 дороже. Мне кажется, у нас такие очки стоят рублей 300-400, а может быть и все 500-600. Не знаю. Но, по-моему, я просто для интереса заказал парочку недорогих очков, максимально недорогих. Но внешний вид у них крутой. Прям крутой внешний вид. 100 рублей с чем-то они стоят, 150 или 160 рублей они стоят, сидят хорошо, все здорово, крепко, прикольно. Так, Юрик, мы все с тобой посылки открыли, да? По-моему, больше нет. Вот такая вот у нас пришла, значит, посылочка с велоаксессуарами. Заказывать им... А это батарейка от нашей камеры. Мы ее откроем с тобой потом, когда про камеру будем говорить, хорошо? Угу. Все, мы камеру GoPro будем скоро открывать, она у нас пока лежит, руки до нее не доходят. Вот, будем ее открывать. Па-па-пам, заказывайте смело с AliExpress разные штуковины для велика, потому что у нас в наших магазинах, в том числе в веломагазинах, большинство это вот эти же штуки по тройной цене. Конечно, есть сверхдорогие штуки уже европейских брендов. Они, может быть, и они, ну не может быть, точно они качественнее, но они стоят уже там тысячами измеряется. Но вот такие велоочки за 150 рублей где-то, ну ссылка будет, посмотрите. Это прям супер. То есть и перчатки за 900 рублей, ну я кайфую. Были перчатки и за 200 рублей, и за 300, и за 450. Они, может быть, нормальные были, но вот эти перчатки прям смотрятся профессионально, скромно, сдержанно. Там перчатки с разными красными вставками. Тут здоровенные поролоновые, эти какие-то силиконовые пупырки. Они прям такие массивные какие-то. А я посмотрел на эти, но вот сейчас я чувствую их, я понимаю, что размер больше не надо. Потому что я прям вот в них влился, руки привыкли и стало прямо мега кайфово. Мега кайфово, но я поезжу, посмотрю как. Посмотрю как, не знаю, буду ли дополнять как-то отзыв. Если что-то мне сильно не понравится, я допишу видяшку, что это, ребята, не канает. Но все идеально, они досюда сидят. Если что-то мне не понравится, я допишу видяшку, что это плохая штуковина. Ну, а если все окей будет, то ничего дописывать не буду. Даже пальцами в них щелкать можно.